Мы сегодня приехали смотреть поезд Победы. Да, поезд Победы, музей-памятник. Ну, пойдем, побежали. Бежит, не терпится его. А вам? Музей-памятник Великой Отечественной войны. Приход, да? Сейчас мы все покажем. О, внутри. Елисей сегодня приглашен как официальный журналист. Да, сынок? Расскажем про Великую Отечественную войну деткам? Да. Какой красивый, большой, только посмотри. Это санитарный вагон. Во времена войны были целые поезда санитарные по 17-18 вагонов. Они перевозили пострадавших в госпитали. Это были целые госпитали на колесах, да? А там матриса наша красивая стоит. Тут ремонтные работы, а Елисей катает свой экскаватор. Смотри, как перрон отремонтировали. Помнишь, мы видели, как строительные машины ремонтируют перроны? И снимали об этом видео. Здесь перрон новый, смотри, а тот старый, с разрушенным асфальтом. А поэтому чемоданы катать одно удовольствие, да? Елисей. Вот это тут пассажирский поезд прибыл, глянь, длинный какой. Интересно, куда едет? А, говорили, он же едет на море, в Анапу поедут купаться. Смотри, поезд, баня, ты представляешь? Мылись в поездах специально передвижных. Конечно, поезда в Великую Отечественную войну сыграли очень важную роль. Да? Да. Угу. Даже были научные поезда, да? Да. Мы сейчас все расскажем и покажем. А состава-то нет? Как поезд приехал? А? Ну, не знаю. И я не знаю. Елисей, смотри, а там настоящие журналисты с камерами совсем. Представляешь? Будут снимать тоже про этот поезд, рассказывать. Здесь есть цепка, да, и здесь, наверное, состав был. Подгоняли его, перегоняли поезд. Мы-то думали, что старый тепловоз приедет, да, поезд привезет. А нету. Ух ты, электричка! А мы ее тут за поездом и не видели. Вот это да. Длинная какая. Пока! Путейцы, Елисей, убирают мусор с путей. Тележку катят. Те, кто хулиганы, не знают, где мусорки. Ой, глянь, трогается, ага, смотри, поезд поехал. Вот это да, поедут на море. А у нас тут строительные работы. Перрон чуть-чуть строители не доделали? Ремонтируют, да, Елисей помогает? Нашел жука. Сейчас уже пустят. А, смотри, медленно-медленно едет, без состава. Наверное, сейчас под поезд будут подгонять тепловоз. Вагоны. Под вагоны. Ага, вон, смотри, поезд стоит. Сейчас будут цепляться. Под него будет цепляться и поедет. Готовят к отправлению поезд. Какой слепим из пластилина? Да. Да? Слепим обязательно и запишем наш видеоурок. Ого, слышал, как тормозит? К поезду сигнализирует путейцам, что я подъехал, давайте. Ребята, смотрите, происходит стыковка. Сейчас поезд подъедет, и путейцы будут скреплять. Ого, как тормозит, слышите? Вот это да. Подъехал. И все, путейцы приступают к работе. Вот, смотри, из депо выезжает поезд старый. Наверное, его везут на кладбище поездов. Локомотив к поезду пришвартовался, поезд готов. Посмотри. Толкают вагончики, стыкуют, и сейчас все поедут. Это тоже старый вагон стоит какой-то. Все поедут, наверное, на кладбище. О, глянь, столкнулись, слышал? Они пойдут где на свалку старых поездов. Да. Долгих, наверное. Ага, мы видели ее уже? Да. Показывали вам в предыдущих выпусках, да? Да. Вот привез, и видишь, он там башмак поставили, чтоб не уехал никуда. Видишь, стоит красный? Катался на такой? Поедешь еще? Да, понравилось тебе? Ой, сигналит тебе, смотри-ка. Что-то медленно едет, отправляется, да? Ну когда же, да, нас уже пустят внутрь? Да. Сторонняя кабина с одной стороны и с другой, чтобы не разворачиваться. Едет в обе стороны. Какая сегодня удача. Смотри, еще одна матриса едет. Двойная! Вот это да! Сигналит. Двойная, смотри, поезд двойной сцепки. И сцеплена кабина. Наверное, на обслуживание отправляется, потому что пассажира внутри нет. Делегация. Что, приготовились? Идем? Эй, смотри сюда.
Да, идем. Пошли. Давай, 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 давай. Пошел, смотри, очередь какая. Юный журналист выдает на экскурсию. Путешествие по страницам истории.